Здравствуйте, меня зовут Елена Новикова. Я являюсь подологом эстетического центра Есилевич. И сегодня к нам обратилась наша клиентка, у которой была травма ногтевой пластины. Знаете, часто нам задают вопросы, можно ли восстановить ногтевую пластину и как это сделать. Сегодня мы на примере вам обязательно покажем, почему возникает данная проблема. Их может быть несколько. Это неправильный уход, неправильное подстригание ногтевых пластин, что приводит к врастанию, неправильная обувь, плоскостопие и много других причин. Вот согласно нашей пациентке, вот здесь была уже травма. У нас сегодня пришел пациент, и у него он обратился к нам вот с такой проблемой. То есть, как я понимаю, до этого была травма. Отрыв ногтевой пластины. Помимо этого, у клиента еще и проблема того, что у него второй палец накладывается на первый палец, что вызывает давление на ногтевую пластину. Проблема эта возникла год назад, и сейчас мы предложили вот следующую процедуру. Это снятие вот этого онихогрифоза, который образовался на ногтевой пластине. Установка скобы. Я предлагаю, чтобы вытянуть немножечко саму форму, потому что если мы посмотрим на следующий пальчик, то это была точно такая же картина. Вот здесь будет то же самое. То есть здесь нужны будут в дальнейшем установка ортозов межпальчиковых, потому что палец и с этой стороны накладывается на первый палец большой. И в дальнейшем уже обращение к ортопеду. Это установка стены. Ну а дальше то, что нам динамика покажет, мы будем уже смотреть. Да, раньше этот вопрос не решался. Еще лет 20 назад хирурги просто удаляли ногтевую пластину. Но сегодня с современными нашими методами медицины мы можем скорректировать ногтевую пластину за счет коррекционных систем. В нашем центре мы ставим несколько коррекционных систем. Их можно перечислить. Это БС-пластина, это ОРА-пластина, это титановая нить. Все зависит от того, какая пластинка ногтевая у пациента. Мы обязательно должны это видеть и наглядно видеть нашу проблему. Первое, мы сделали аппаратный педикюр ногтевых пластин, очистили ногтевые валики, особенно первых больших пальцев, потому что нам нужно было подготовить особенно больную ногтевую пластину к установке коррекционной системы. Вычистили онихогрифоз. Далее мы перешли на педикюр, где обыкновенный педикюр нам здесь нежелателен, так как у клиентки очень чувствительная кожа стала подниматься и пузыриться. Поэтому приняли решение, чтобы лучше всего зачистить и зашлифовать данную кожу смарт-педикюром. И результат вы сами видите, какой у нас получился. Ну а с большим пальчиком дальше мы зачистили, поставили коррекционную систему, и клиент через 2 недели к нам придет снова на педикюр, чтобы мы дальше могли видеть и продолжить наше лечение. Ставили на титановую нить. В дальнейшем мы будем ставить ортоз, и дальше вы, естественно, пойдете еще к ортопеду, чтобы у нас правильно стояла ножка в обуви. То есть вот эти рекомендации. Раз в 3 недели мы приходим на то, чтобы наблюдаться, как у нас растет ногтевая пластина, какая динамика. Если нужно будет, то мы будем делать коррекцию. То есть нам нужно срасти, чтобы вот этот ноготочек у нас срос, восстановился. Ну, я так думаю, что это будет не за горами.
Спасибо. В каких случаях мы ставим коррекционные системы? Первое, это тогда, когда есть вырастание ногтевой пластины, но не всегда эта система применяется, потому что в одних случаях мы можем вытащить этот элемент врастания, но когда мастеру не удается это сделать, мы ставим тогда коррекционную систему, и это безболезненная процедура, и клиент уходит совершенно счастливый после данной процедуры. Восстановление ногтевой пластины у данной пациентки может занять 4-6 месяцев. Это все зависит от роста ногтевой пластины. Поэтому через 6 месяцев мы будем видеть уже наш конкретный результат. Если у вас есть проблемы с кожей стоп, с ногтевыми пластинами, вы всегда можете обратиться в наш центр, и наши администраторы с радостью объяснят и помогут вам с любыми вашими вопросами. А мы уже поможем дальше решить все ваши проблемы.